Можно я отвечу, пожалуйста? Можно! Да, ура! Я выйду к доске! Я решу этот пример! А, ага, практически дописал. Так, сейчас, секунду, все! Готово! Что? Я что, на уроке уснул, что ли? Ё-моё, позор-то какой! Фу, хорошо, что учителя нет в классе. Стоп. Леня, а это что такое? Самый большой нуб на свете. Погоди-ка. Я, что ли? Ба. Ты чё? Совсем? А, блин, извини, Владус. Мне нужно отойти. Пожарная сигнализация. Оба! Лёнь. Ты зачем это сделал? Бежим скорее! Дурак, нафига он нажал на эту пожарную сигнализацию? Не, ладно, все нормально. Мы свалим из этой школы. Дебил, сам сначала на доске что-то написал. Обалдеть, здрасте, приехали. Это еще что за фигня такая? Вы что, решили сбежать с урока? Моя башка. Так, стоп. Лёня. А, я здесь. Что мы тут делаем, а? Он нас заточил! По носу-то ты мне нафига ударил, башка дурная! Стоп! Он что, здесь спит, что ли? Обалдеть! Я надеюсь, он не проснется, если я к нему подойду. Эй! Дедуля! Да ну нафиг, лучше свалим от него и поскорее. Знаешь, если ты сейчас лайк поставишь, то я куплю весь магазин. Например, можно купить джетпак и пройти просто... Лёнь! А, привет! Привет! Придурки! Согласен с тем чувачком. Ладно, я, наверное, побегу, только нужно это сделать аккуратно, чтобы этот Санта-Клаус дурацкий не проснулся. Лёнь, это какой-то бракованный Санта-Клаус. С Алиэкспресса, что ли? Да, с Алиэкспресса. Лёнь, давай потихонечку сваливаем отсюда. Ничего себе тут задание. Так, спокойно, Лёнь. Главное, аккуратно. Не падай вниз. Хочу встать на иголки. Зачем? У меня один вопрос. О, а чё рожа-то тут его огромная на весь экран? Мне это вообще сейчас не нравится. Лёнь, давай-ка за мной. Фу, ну и запашок у тебя изо рта, конечно. Сейчас я... Ну, Лёня, в принципе, как всегда. Пойдемте кое-что покажу. Нет, сейчас я с тобой... На, разберусь, получай, зараза. Извиняюсь. О, мне кажется, эту штучку можно купить. Она стоит всего лишь 300 робуксов. Ладно, скупи мне, пожалуйста. Ага, сейчас. Вот если лайки будут на этом ролике, тогда, Лёня, я подумаю. А... Сколько лайков надо? Ну, давай хотя бы, 20 тысяч. Сейчас, секундочку. Сколько? Лёнь, что ты разорался-то? Уши аж заболели. 20 тысяч, говорю, Лёнь. Вот если 20 тысяч поставите, я и Лёнчику чит куплю, и себе чит куплю. Нам нужно нажать на все кнопки. А чтобы это сделать, мне нужно добежать до всех кнопок. Лёнь, не толкайся. Аккуратно мы здесь пройдем, вот так вот. Кнопочку нажмем. Ну и, собственно, двери открылись. Можно стартовать. Так, бегом. Владос. Что тебе надо? Ничего. Ты что, меня только что пытался столкнуть, что ли, зараза такая? Как он здесь пробежал, его не задело, что? В общем-то, две кнопки силы мы нашли. Пошли, Лёня, дальше. Нам нужно свалить из этой дурацкой лаборатории. А, ой! Ой-ой-ой-ой-ой, Лёня, это что такое было? Почему ты так резко взлетел? И огромный вентилятор под нами. Ну, ничего страшного, это проходить легко. Это мы умеем-то, собственно... Что это было? Ладно, ты толкаешься. Это вообще-то ты толкнулся. Я вообще ничего не делал, так давай. Лёнь. Ладно. Как дела? Нормально дела. Спускайся давай вниз оттуда. Ай, блин, больно, ножки. Пошли. Да. Дебил, опять он мне по носу ударил. Вообще за что? Так, Лёнь, аккуратненько. Я вот это хочу. Ага, сейчас, Лёнь, чуть не купил, блин, вертолет. Не-не-не-не-не. Чтобы купить вертолет, это надо, ну, как минимум 30 тысяч лайков поставить. Тут секретный путь. Иди сюда. Чё, какой секретный путь? Лёнь, не слушай-ка... Придурочная, ладно, мне придется все равно побежать за Лёнчиком. Стоп, а это что там за бабка такая? Так, ну нафиг эту бабку, давай-ка за Лёнчиком. Ладно, сюда! Да иду я, Лёнь, иду! Блинский, блин, тут еще и снизу кислота какая-то. Давай, Ладус! Тут кое-что есть. Что это такое? Почему здесь огромная арена? Лёнь, мне это вообще не нравится. Как думаешь, если я нажму на эту кнопку, что-то случится плохое? У тебя что, ракетница? Серьезно? Мы сейчас должны победить эту огромную картошку! Нет, мне это не нравится. Причем это даже вообще далеко не финал. Это просто секретный уровень. А на что еще и шляпой бросается? Ё-моё, да ты зараза такая, да получай!
Дай нафиг! Может, ему надо по глазу попадать? Может, так будет эффективнее? Одну минуту спустя. Ну его нафиг, этот секретный уровень! Блин, он меня чуть не убил! О! На! Пойду лучше книжку прочитаю! Поумнее хоть там... Ну да. Стал поумнее вообще, просто. Давай-ка это, мы пойдем все-таки к той бабке. Конечно... Я думаю, это не к добру. Так, мне нужно дождаться. Бегом, бегом. Она еще и сломалась, конечно. Классно. Зачем мы выбрали сложную сложность? Это что, зеленый снеговик? Где? Дай потрогать. О, зеленый снеговик. Блин. Лень, хватит трогать зеленого снеговика. Он, наверное, состоит из кислоты. Ё-моё. Сейчас проказники получат. Да отстань ты, мы просто с уроков сбежали. Чё ты гонишься-то за нами, монстрюга? Ладно, ухватим эту ракетницу. Зачем? Да за хлеба, блин, зараза такая. Да давай, 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 мочим ее. Я просто надеюсь, что она меня не догонит. Просто на это надеюсь. А что еще остается делать? Давай, 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 давай. Леня, не толкайся. Отлично, у меня закончилась ракетница. Классно. Нужно же, наверное, как-то новую взять. Она прям на пятки наступает. Так, бегом, 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 бегом. Есть новая ракетница. На! Последний удар оставался. Почему она закончилась вообще? Иди отсюда! Ладос, а ты, главное, не на... Ты что сделал? Да ничего не сделал, Лень, тоже не базарь много. Давай, пошли. Одну Ларису мы победили, теперь нам нужно вперед. Ладос, я на самом деле хотел... Я хотел с ней познакомиться, она мне понравилась. Лень, ты придурочная башка, пошли давай дальше, познакомиться он хотел. Давай по стрелочкам, нам нужно просто нажать, наверное, на эту кнопку. А что еще делать? И потом мы расставляем трубы. Ну да, да, да. Нам придется теперь самим строить мостик. Ну, конечно, делать же нам больше нечего, абсолютно. А почему под ногами лава вообще? Мне это не нравится. Кстати, можно это все с одной и той же трубой пройти. Вот, например, ты ее берешь, ее просто вот так вот переставляешь. Ты просто встаешь сюда, просто трубу эту забираешь, и можно идти дальше. Только аккуратно, потому что эта штука нас может вырубить. Так, ставим сюда. Здрасте, приехали. А, отлично. То есть она вот так вот у меня установилась. Класс, забираем, переставляем. Эй, Ладос, я здесь. Да я вижу, что ты здесь, Лень. Да подожди ты меня. Лень, кажется, быстрее меня догадался, что можно этот уровень пройти реально с одной всего лишь трубой. Так, аккуратно. А трубу-то мне куда? Так, короче, фиг с ней, да. Стой здесь. Давай, Лень, жми на кнопку. Ой, ё-моё, это еще что такое? Здрасте, приехали. О, тот самый джетпак, ребята, я вам говорю, ставишь лайк, я этот джетпак покупаю. Представляешь, как с джетпаком можно легко пройти все эти уровни? Да можно вообще даже не париться, не прыгать никуда. О, и чё, банка фасоли? Ладос! Чё тебе надо? Стой. Ах ты, зараза, он чё, трубу, что ли, с прошлого испытания забрал? Ты на него только посмотри, а? Лень, ну ты реально жук. Да чё жук-то? Пошли! Ну пойдем, зараза такая. Слушай, надо бы в следующий раз воспользоваться лайфхаком Лёни. Ладус, как тебе? Да блин, это выглядит как читерство, только бесплатное, потому что он туда даже не донатил на это читерство. Обалдеть просто, ладно. Давай, забираемся по лестнице из карандашей. Кстати, гениальная идея. Лестница из карандашей. Здрасте, приехали, и где это мы? О, танк! Сколько он стоит? 999 робуксов. Ну... Такое я куплю только если 40 тысяч лайков будет. Валим отсюда и поскорее. Ага, сейчас, сейчас, сейчас. Ты меня не собьешь, зараза такая. Я знаю всю вашу физику Роблокса, поэтому бегу, а? Меня подожди! Дебил. Опять же в руки что-то тащит. Наверное, опять трубу с собой забрал. Ой, господи, этот Леня, это вообще капец просто. Давай, перепрыгиваем, остается чуть-чуть. Все, я уж думал на самом деле, что сейчас упаду. Ладос, тут кубок! Ребята, прямо сейчас, если вы хотите, чтобы я скупил абсолютно весь магазин этого режима, поставьте лайк. Чем больше лайков, тем больше читов я куплю в следующей серии. А что, кубок можно забрать? Ё-моё, вот этот кубок, это что, была обманка? Подпишись на канал прямо сейчас, чтобы следующую серию не пропустить. Кнопка подписаться внизу под видео и посмотри предыдущее видео. Оно вот здесь. Нажимай на него прямо сейчас. Почему ты такой страшный? Увидимся в следующем ролике.